Я слышал, что у тебя нет возможности убирать юнитов. Будет обидно, если какой-нибудь гей-кришнаид сейчас заморозит тебе дракона. Как сам? Спаря, иди сюда. Это трек Эминема? Ну да. У меня вот как бы и девушка довольно давно есть, и половая жизнь присутствует, но по привычке все еще фапаю, хочу бросить, но не могу никак, будто зависимость в каком-то роде. Нормально ли это? Можешь ли что-то посоветовать? Посоветую не забивать голову дерьмом. Если тебе хочется анонировать, мать твою, анонируй, чувак, какого хера? Ты где это дерьмо взял? Если тебе хочется, делай. Если тебе кажется это проблемой, поговори со своей пассией. Скажи, слушай, тут такое дело, на самом деле у меня либидо куда больше, чем мы с тобой совокупляемся. Давай совокупляться больше. Как ты на это смотришь? Если она скажет, ну слушай, что-то как-то, ну что-то не хочу больше совокупляться. Ну ты такой, ок, я пошел в ванну, да? Или не, ок, тогда я прям вот включаю порнографию на твоих глазах и сразу вот прям на твоих глазах начинаю анонировать, потому что я уже очень давно анонирую, у меня огромный опыт, мне нужно чуть более острое ощущение, поэтому, пожалуйста, смотри на это. А, кстати, да, еще приведи завтра, пожалуйста, маму и младшую сестренку, чтобы они тоже смотрели, пока я это делаю. А если она скажет, ну слушай, ну нормально, у меня на самом деле тоже, я думал, ты просто выдыхаешься на самом деле, давай больше совокупляться, и все, и хэппи-энд. О чем ты думаешь? Где здесь минус? Что заставляло тебя к себе херово относиться? Какого хера? Какого хера, мужик? Шок-контент! Какого хера? Что у людей в голове? Иной раз послушаешь, просто... Тут вообще что у людей в головах? Я просто в шоке. А если действительно приведет? Я не знаю! Может быть, это будет самая счастливая семья все в жизни. Shadow Game 007 поддержал аж на 500 рублей и глаголит: просто хочу швырнуть тебе пятихасиком в лицо. Арифметическая прогрессия, мать ее. Отличная арифметическая прогрессия. Ладгин, спасибо большое. Ладгин поддержал аж на 150 рублей. Глаголит: давай добиваю до 900 рублей. Исчезаю на 2 недели. Примерно. Удачки тебе. Пласт песни Мильям. Ласеурсеуф. Нейзи МЦ. Гуйоси. Принято, Ладгин. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое за поддержку. И Shadow Game тебе тоже спасибо. Ребята, вы сегодня поддержали. Прям ух, ух, спасибо вам большое. Вот вам по брофисту. И, конечно же, спасибо, ребят. Поставим на Эминема и на ЗБС из очереди. Так, здесь пока... Опять генпедогриф. Так, как будто психологу сходил. Спасибо, капитан. Блин, ты мудрый, как старец из башни Форта Боярд. Нет, он слишком... Олька, наверное, нет. Наверное, не супер, но все-таки сходить хотел. Наверное, не супер. Если хочешь перенести, то давай перенесем. Если хочешь полностью заигнорить, то давай я один схожу. Пора пустить кровь. Чет в шепот. Спасибо за ответ. Пойду пассии позвоню, пишет Пакман Ди. А теперь смотрите, как на самом деле происходит. Пакман Ди набирает свою пассию и говорит: слушай. Слушай, и тут такое дело, ну и пересказывает мысль про то, что ему не хватает куэтусов. Куэтусов. На что она: так тебе меня не хватает? Так ты меня не любишь? Все, расстаюсь с тобой, говнарь! Пш! Пип, 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 пип. И Пакманди такой: глядь, капитан. О, как я буду орать! Сука, как я буду орать! Как я буду орать, ребята!
Орать нельзя не орать, ребята, просто... Просто орать нельзя не орать.